Забрел в город. Сегодня утром жители поселка Удачный заметили недалеко от берега дикого марала. Он бродил по Енисею и, по словам очевидцев, несколько часов не мог выбраться на сушу. Жалко животное. Столько времени стоит в воде уже. Это сейчас уже, ну это с 7, это уже 5 часов уже в воде. Обессиленное. Вот все приедут, посмотрят и уедут, полюлюкают, и все, и поехали. Вызволять маралы из западни приехали сотрудники охотнадзора МЧС. Животное отловили и выпустили в заповедник Столбы, где олень присоединился к своим сородичам. Как сообщили в Министерстве природных ресурсов края, двухгодовалый самец не пострадал, только был немного истощен. Специалисты отметили, что, скорее всего, в город его выгнал голод. Добыть корм в тайге сейчас сложно из-за ледяной корки и еще не растаявшего снега. Это, возможно, не последний случай знакомства лесных жителей с городской средой. Красноярцы сегодня сообщали новостям ТВК, что накануне видели оленя в академгородке. Кстати, о диких животных в черте города нужно сообщать не спасателям, а в Министерство природных ресурсов края по телефону 227-72-79. Уходит на солнцепёчные склоны. Это южные склоны. Это как раз они у нас находятся в большей мере рядышком вообще с долиной Енисея по речке Базаиха. Ну и в это же время, как раз так как это черта города, присутствуют бродячие собаки. Ну вот, из-за этого они выгоняют ближе к реке, где, ну, возможно, как бы этого оленя, да, убить зверя.